на 9-му каналі наш проєкт. Пані та панове! І сьогодні в мене, як завжди, цікавий гість, інших не буває. Це пан Олексій Харламов. Льоша, привіт! Привіт! Можете паном називати? Можна, звісно. Я не привик я к такому. Ні в залі, ні в спортивній формі. А от коли на мене світ з усіх сторон падає. Льоша Харламов, член паралімпійської збірної України по волейболу сидя. Когда говорят вот сидячий волейбол или волейбол сидя, люди сразу думают, что это волейбол на колясках. Как будто мы просто сидим или просто лежим. Ну, это чуть неправильно. Это интенсивная игра очень. Я всегда хотел попасть в большой спорт. Это я называю действительно большим спортом, если кто-то думает, что спорт для инвалидов это не профессиональный и небольшой спорт. Ой, вот инвалиды, там, ну чуть ли вот не там не пожалеть. Не надо жалеть. Не надо жалеть, надо просто принимать в общество, надо просто делать условия для этих людей. Ну да, я этого хочу. Субота, 15 квітня, 11 година, 9 канал.